Из ручки, сам с Карл Джексон. Ну и опять я снимаю, как я играю в Сегу. В прошлый раз мы остановились на игре Double Clutch. И теперь играю European Club Soccer. European Club Soccer. Ну это очевидно, что это за игра. Это футбол. И скорее всего на эту игру нет читов. Я попробую пройти по-честному. Потому что, ну какой смысл искать в футболе читы? Я сейчас быстро запишу. European Club Soccer. Конечно же, пока я тут думаю, уже включается, сука, демка. Ладно. Options. Confusing, easy, match. Чем меньше, тем лучше, там 4 минуты с тобой. Бежим тех слов, резин, кик-офф, гол. Понятно. Как аркейд выбьем, я не знаю. Чем отличается симуляция от аркейд? Буду искать Россию. Где Россия, моя? А Россия где? Ну вот USSR, Металлист, Москва, Спартак, Динамо. Если я ошибаюсь, шеф из кухни болел за Динамо. Что? Плейраунд. Против Бесиктас какой-то, я не знаю кто такой. Мы спиздим тактику. Что, погнали. Так я что, заказ за красных играю, да? Слышь? Так, компьютеры управляют вратарем, забирай мяч. Ну, кидай что ли? О, пас, давай беги на ее. А это нормально вообще? Это что сейчас было? Что за херня сейчас была? Что за глюки на поле? Давайте в аркейд сыграем. Естественно, я выберу. Не, я хочу, блин. Гречку назад отмотаем, может там есть. Албания. СССР. Больше Динамо, Киев, там не важно. А можно назад вернуться? Пофиг. Естественно, спиздим ту же тактику. Два быстрее. Да слышь! Вот так вот надо тебе, вот так тебе нахуй не надо, сука. Желтая карточка, ёпта, нахуй, сука. Ну?
Yeah! Что это за херня? Почему игра сбрасывается сама по себе? Идите нахуй с этой игрой. Я лучше потренируюсь в Back to the Future. Будет гораздо полезнее, чем... Не, конечно, я попробую еще раз показать вам. Похер. Надо было заранее это делать, но... Постараюсь лучше так не делать. Да кому насрать, насрать всем на этот видос будет. Блин. Так, нахер. Нет времени на такое. Вот это я с удовольствием пройду, это все легкотня. Но, блин! Да, блин! Мимо! Ну, без комментариев, я как бы знал, что я выиграю, так что с первого раза, как всегда, побеждаю. Вот, удачно начал. Почти. Почти-почти, ну блин. Да блин, ну чё они попадают-то? Так, один есть. Не, управление пиздец глючит, ладно, похер. А спонсором этого ролика является мой Boosty, на котором есть эксклюзивные ролики, которые можно увидеть только здесь. Speedrun Mario 2011, Tiny Toon в Mario 2011 и оно бумажный кораблик наоборот. Только здесь и больше. Да блин. А блин, я хотел, понимаете, если бы мне сейчас попалась игра, ну перед этим, назад в будущее. Понимаете, если бы мне сейчас попалась игра Сокер, я бы не знаю, где бы я сейчас искал. Типа я включил комп бы, да, и поискал бы
на компе пароль, блин, на игру, которая не сокер. Пароль искать на футбол как-то, не знаю, как-то странно немножко. Ну ладно, пора. Бля, все, последний жи... Ну и ладно, до свидания.